Приближается 40-летие пионерской организации. В школах, дворцах пионеров проходят торжественные собрания, встречи юных ленинцев с представителями старшего поколения. В школе имени Циолковского в Калуге с воспоминаниями о Ленине выступил старый большевик Павел Дмитриевич Скорбач. Я помню, какое большое впечатление произвело на меня выступление Владимира Ильича Ленина на Красной площади в мае незабываемого 1919 года. Обращаясь к народу, заполнившему площадь, Ильич сказал замечательные слова. Организация детей является основным, лучшим путем воспитания коммунистов. Гостей приветствовал пионер Женя Губенко. Наши дорогие почетные пионеры, старые коммунисты, вы всю жизнь боролись за наше счастье, за нашу радостную жизнь. Мы, пионеры школы имени Циолковского, обещаем вам хорошо учиться, а когда вырастем, отдать все свои силы завершению строительства коммунистического общества –